Алло, Игнатий Тихонович. Так, вас что-то не видно. Меня сейчас видно? Сосед мне дал глазок. Давайте, где глазок ваш? Сейчас. Так, сейчас. Вроде тут нажимать, сейчас. Так, я его пока тут установил. А сейчас меня видно? Сейчас видно. Ага, отлично. Да. Игнатий Тихонович, я что хотел у вас спросить. То есть вы говорите, что вы читали уже книгу Мормона, но еще одно свидетельство об Иисусе Христе, я да? В Америке, когда был, с ними хорошо познакомился. Угу. То есть в Америке общались, да? Да. Угу. И книгу читали на русском или на английском языке? На русском. А давно это было примерно? В 92-м году, да? Да. И как ваше впечатление от прочитанного было? Ну, какое впечатление-то? Выдумка все это. Никакого отношения к христианству это вообще не имеет. Их даже еретиками назвать нельзя. Мороне, там книга, золотая, листы, там... Многоженство, все это к нам никак не относится. Но дело в том, что по поводу многоженства, оно присутствовало и в Ветхом Завете. Ведь у царя Соломона было 300 жен. Сейчас пока не надо, это убеждать меня не надо, мне одной хватает. Вы что хотели? Да, я хотел сказать вам то, что если... я просто посмотрел недавно ролик, как я вам уже сказал по телефону сегодня, что я видел, вам баптисты дали там книжечки, вы их с удовольствием взяли. Я вот думал... Может быть, вам было бы интересно прочитать книгу Мормона, я бы мог ее вам выслать. Поэтому я вот вам хотел с таким предложением обратиться. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против совершенно. Дело в том, что я православный христианин. Я знаю, что церковь основана была Христом. Но не Джозефом Смитом, никак. Ни баптистским Джоном Смитом, ни Лютером. Все остальное это вне церкви, а вне церкви нет спасения. Да, церковь была основана, конечно, Иисусом Христом, но после смерти Его, и когда Он воскрес, и, вернее, да, когда Иисус Христос воскрес, и после смерти Его апостолов, когда они были убиты, в общем-то, на земле, как известно, был период отступничества. Это известный такой период, и церковь Христова, она была возвращена Небесным Отцом. Она была возвращена в 1820-30-е годы. Если вы читали книгу Мормона, значит, и читали историю книги Мормона, историю церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, то есть она была возвращена через Джозефа Смита. Вы же об этом читали? Я знаю, что это для меня он антихрист, самый настоящий. Потому что Христос основал церковь, 16-18 Матфея, и говорится, что врата ада не одолеют ее. Было отступление, годы. Давайте называйте конкретные годы и какое отступление. Начнем с этого. Ну вот, например, Никейский собор, когда было принято решение, что Отец, Сын и Святой Дух – это одно и то же. То есть, что это единый Бог. То есть, что это не то, что раздельно, а то, что это одно и то же. То есть, но откуда они это взяли? Откуда взяли? Из послания апостола Иоанна первым. Три на небе свидетельствуют. Угу. Апостол Иоанна? Конечно. А какая глава именно? Вы не читали разве? Нет, я читал, конечно, Библию. Первый раз я ее прочитал в 14 лет. Сейчас ее перечитываю, но пока Ветхий Завет. Остановился сейчас на книге. 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. 1 Иоанна. 5 глава, 7 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих, да? Да, читайте. Так, сейчас. Сейчас я наберу. Это просто для себя тут записал. Седьмой стих. Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово,
и Святый Дух. И сии три суть едина. Ну и что на это скажете? Три это едино. И еще тут не надо ни пояснить. Они едины в своих действиях. Не надо, тут не написано. Тут не написано. Зачем это добавлять? Едино, действие. Просто мы считаем как. Вот. Игнатий Тихонович, скажите. Давайте дальше прочитаем, что едино, что это означает. Читаем. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Так, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Да, считайте. 30 стих. Так, 30 стих. Я и Отец одно. Там написано едино, а здесь одно. Значит, смысл один. То есть это едино. Вот это учение Святой Троицы. Отец и Сын и Дух Святой. И сии три суть едино. Человеческому разуму это не подвластно. Мы должны только верить в это. Не написано, чтобы понимать. Это понять нельзя. Игнатий Тихонович, я хотел у вас еще такой вопрос спросить. Вы затронули, по-моему, даже не вы. Я смотрел ролик с Кураевым, где он сказал, что вы выступаете, не очень понравилось, что это действительно так является. Вы выступаете, вот, то есть в православной церкви, я знаю, что сейчас разрезают мощи на части, и во всяких храмах там выставляют. Это же откровенное язычество, тем более, то есть, ну, во-первых, мощи отдельная тема, но разрезать еще к тому же и выставлять их, это вообще откровенное язычество. Вы согласны со мной? Я говорю о том, что все мощи нужно изъять, все, и похоронить с честью. И на этом все закончится. Да. Потому что никто не должен прикасаться даже. Потому что современные... это поприще Божьего воскресения. Когда он... Да, а в современной православной церкви почему-то вот это... практика распространена. Ну, я вам сказал мое мнение, я могу что изменить, то я... К сожалению, мы ничего не можем изменить. Значит, ничего не можем изменить. А это на меня никак не влияет. Это не входит в символ веры. Игнатий Тихонович, ну а вообще вот на будущее, чтобы, например, почитать какую-то литературу там или диски посмотреть, вы бы хотели, я бы мог вам, ну не сейчас, может быть через полгода, через месяц, когда будет интересное что-то вам прислать? Никак. Я если к такой литературе прикасаюсь, я после этого руки с мылом мою святой водой. Ну вы же взяли у баптистов, я видел. А баптисты где говорят правильно, правильно они говорят. Баптисты первые, которые вышли от православных. У них учение о Святой Троице, о душе, что это все у них правильно. Поэтому я и сказал, что у них это правильно, это. Но они тоже не церковь. Церковь только там, где есть епископат, который отходит от апостольских времен через рукоположение. Где связь разорвана, там нет. Это церковь. Католики, православные, григорианы, армяне, копты и сирийцы. Все. За этим церкви нету. Это секты, ересь. Веретика после первого-второго разумления отвращается к титуде. Но вы же тогда сказали сами им, что когда они вам дали книги, вы сказали, что некоторые книги даже раздавали баптистские. А они баптистские, но это хорошие книги. Она не там не книги, в общем-то назвать это брошюрки маленькие. Это не книги. Вы их распространяли, да? Конечно. Мы все время, когда проповедуем Евангелие отдаем, то с ними, допустим, почему я верю. Вот, допустим, у Павла Рогозина, Ярла Песси, там замечательные проповеди. Если автора убрать, то никто не догадается, что это говорит не православный. Он говорит абсолютно правильно. А Игнатий Тихонович, я так понял из того ролика, что вы сами были пятидесятником, да? Никогда, ни одного дня, ни одной минуты. А там вроде вопрос был. Получил Библию в 62-м году. А, то, что вы тогда в Риге зашли в церковь и впервые получили Библию, да? Не в церковь. Вы маленько неправильно тут. Вы на наш YouTube зайдите или на наш сайт. Зарядите по-русски. Сайт Игнатий Лапкин. И вы на этом сайте вы увидите мои книги. 38 моих томов книг. И одна из них называется «Для слова Божия нет уз». Она прямо на первой странице. И там моя биография дается. В это время я был в Латвии. Я с детства знал, что Бог есть. И Господь меня... Да, вы об этом рассказывали там в ролике. В 23 года, когда я
просто помогал одной бабушке. Ну, а в это время сошел с корабля на берег. Ну и шел, увидел ее, помогал. Спросил, где верующий? Она показала молитвенный дом баптистов. Когда я зашел туда, там по-латышски было. Меня направили рядом, русский. Я не понимаю слова, блаженные и прочие слова. Я понял, что здесь что-то совершенно не то. И меня пригласили домой, дали Евангелие, и когда они зашли из другой комнаты, я уже пятую главу считал. Мне оставалось только одно – принести полное покаяние перед Богом. В этот день, 27 сентября 1962 года, у меня началась новая жизнь. Я сразу же на корабль ступив, стал всем свидетельствовать о Христе. Сразу, в первый вечер. Вам Библию дали на русском языке? Не Библию, а одно Евангелие. А потом уже Новый Завет. На русском языке синодального перевода. Угу. То есть, когда вы впервые получили... У них никаких тогда других книг не было. Вы тогда впервые получили, да? Я впервые увидел Евангелие, рукой моей прикоснулся. И меня Новый не Завет, да? Убеждать, ничего. Я только стал считать, и внутренний голос мне говорит, это то, что я искал, по буковкам искал. Новый Завет, да? Новый Завет. А когда Старый Завет впервые прочитали? Ну, тут уже за 3 месяца я полностью Библию знал. Угу. За 3 месяца. Угу. И уже через 3 месяца я у них на кафедре был, проповедовал. А вы там в ролике еще рассказывали, что в лагерях или в тюрьмах сидели вместе с баптистскими, протестантскими разными проповедниками, с да? С иеговистами. И свидетели Иеговы. Ну, вы сказали, там вроде бы или пятидесятники, или баптисты, нет, кто-то были нет, с вами. Нет, свидетели Иеговы. Как баптисты были, они до меня уже освободились. Это отделенные, так называемые совет церквей. Это очень хорошие люди, но мы им говорим, при всех своих положительных качествах они не церковь. Им необходимо прийти в церковь. Христос был церковью. Вы там затронули очень хороший вопрос, когда сказали, что в православной церкви они пришли, они могут уйти потом со службы, потом покурят, сделают аборт или там выпьют, а вот в протестантских церквях такого нет. Не курят там, не пьют, не делают аборты. Вот хороший тогда момент затронули. То есть вам это нравится? То, что... нравится. Это природа требует всего. Даже не надо ничего знать. Мусульмане этого не делают. Буддисты, да. А почему, к сожалению, в православной церкви такое распространено нехорошее явление? Да потому что это одно название. Люди эти ничего не знают. Это так, размазали православие. Православие – это строгость, это чистота, целомудрие. Это уже героический поступок восстать против мира, против всех этих ересей, которые сегодня на земле. Сохранить истину. Как с первого века идет. Вы берете 325 год. А где 30 столетия? 30 столетия вы почему не берете? Вот я спрошу вас, допустим, вы утверждаете, что так именно учение ваше нужно понимать, как вы понимаете. Это, иначе бы вы так не пропагандировали мормонство. Так вот, нет, не как именно мы понимаем, а через Духа Святого. Да, ну это, если Дух Святой здесь, то почему все по-разному-то? А их сегодня 21 тысяча сект разных. Тысячи! Это не 2 человека, а 21 тысяча человек поставить. У всех Библия, и все понимают по-разному. Явно что-то не то. Я разговариваю с самыми хорошими, с баптистами. Скажите, вы понимаете, что вы не по Писанию поступаете? Почему? Ну вы не церковь. Нет, мы церковь. Вы задали очень интересный вопрос, сказав, почему так, что полно разных церквей. Я вам могу ответить на этот вопрос. Есть такие слова в Священном Писании, что они приближаются ко мне устами своими, но их учения человеческие, и они далеки от меня душой своей. Я не говорил, церквей много. Церковь одна. Церквей нет много, это обман. Это секты, ереси. Церковь одна. Я их спрашиваю, баптистов, скажите, вы возникли в 1609 году, Джон Смит первый, сам себя положил руки, крестил. А в 1639 году в Англии, в Роджерсе, первая баптистская община была. Только. А скажите, в 15 веке были верующие? Были. Назовите по именам. Назовите хотя бы одного, нету. В 14-м ни одного. В 13-м, в 12-м, в 10-м. Ни одного не могут никто не дать, ни вы никто не назовете. Значит, их не было, не было. И так никогда не понимали, как вы понимаете. Вы просто, у вас прошлого-то нету нигде. Мы понимаем как. Вот, допустим, первый век. Христос взял ребенка, благословил и сказал, таких есть Царство Небесное. Кто этот ребенок? Церковь сохранила Игнатий Богоносец. Его в Антиохии, епископа этого, львы сидят на арене. Это мученик Христов. И он оставил 6 посланий. 6 посланий.
Второй век мы смотрим там Иринея Лионский, Киприан Карфагенский, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Блаженный Августин, Иероним. То есть я вам покажу. Иероним в 420-м умер. Вот он перевел Вульгата на латинский язык. Вот. Мы показываем каждый век. Я насчитал жития святых. В каждом веке я покажу вам десятки знаменитостей и их труды. У вас никого нигде нету. То есть вы сами измышляли себе, что я предложу к церкви. У церкви не бывало так, чтобы не было прошлого. У них апостолы, апостолы рукоположили епископов и известно кто, диаконов, 7 человек. А так это легкомысленно. А везде Дух Святой. Да какой там Дух Святой-то, когда все друг против друга? Если вы сейчас начнете мормонское учение показывать, ну, даже взять это не за что. Оно в руках все рассыпается. Мароний пришел, где-то видел, сказал, листы не найдет, золотые там по дубам, ну, сказки бабьи басни. Зачем же вам... Ну, я так скажу, что всю истину можно узнать только через искреннюю молитву. Когда мы искренне молимся и о чем-либо спрашиваем Господа, через молитву Он нам все это открывает. То есть через Он нам посылает Духа Святого, через Духа Святого мы сможем понять, истинно ли то, чему мы, что мы прочитали, о чем, если у кого-то есть сомнения, или это не истина, только через Духа Святого. Вас как звать? Вас как? Иван. Иван? Да. Вот смотрите, Иван. Вот я вам сейчас скажу. 6.16 Иеремия. Откройте, если можете. Так, 16. 6.16. Иеремия, пророк. Угу. 6.16. Угу. Так, 6 глава, 16 стих. Да. Угу. Так, сейчас не откроется. Так, книга пророка Иеремия. Угу. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. И они сказали, не пойдем. Давайте сначала. А так говорит Господь. И он не говорит, что молитесь, там, значит, ничего не надо. Сначала остановитесь на путях ваших, то есть не надо вперед идти. А теперь рассмотрите, расспросите о путях древних, не новых, которые там жен какой-то скажет. Нет, о путях древних. Где путь добрый? И мы видим, где путь добрый. Если утверждать, что баптисты правильно толкуют Священное Писание, тогда придется признать, церкви не было. Никто так не понимал. А Господь говорит так. Мы считаем об этом 28 глава Матфея. «Се я с вами во все дни до скончания века». Вы в это верите? То есть... То, что Господь... То есть его церковь не может умереть, да? То есть, получается... Христос говорит, что во все дни до скончания века. Вы в это верите? Верю. Церковь, да, она не может его умереть никак. Вот но... давайте-ка еще раз мы это хорошенько прочтем. Но... Во все дни до скончания века. Христос говорит, все я с вами. Во все дни до скончания века. И вот давайте мысленно так представим. Первый год, это 365 дней, Христос умер. В первые дни, во вторые, в третьи, во втором веке, во все до одного дня Он с ними. Мы спросим, с кем? Я вас спрашиваю сейчас, скажите, во втором веке с кем Он был во все дни? Во втором веке, да? Да, во втором. Давайте в первом, в 40-й год. Прямо рядом с Христом. 40-й год он с апостолами был. С кем же еще? Апостолы. Хорошо. Апостолы умерли, никого уже нету. Второй век начался, ни одного нету. С кем он теперь? Во втором веке, да? Если брать 100-й год, да? Ну, как известно, последний апостол, который скончался, это был Иоанн Богослов. То есть он еще жил в 100-м году. Ну, давайте возьмем, в 110-м уже его не было. Так, что? Но были же ученики апостолов. Люди. Ну, кто называете их? Ну, их было много учеников, их было несколько десятков. По именам называйте, это конкретное житие их. Называйте, кто именно и от кого он был, чей он ученик. С кем из апостолов он ходил. И оставили ли апостолы толкование нам? Так, с кем из апостолов? Это вот, к сожалению, именно кто был, чьими... То есть какие
у кого были учителя апостолами, этого, к сожалению, назвать не могу, потому что я сейчас пока читаю Ветхий Завет досконально, до Нового еще не добрался. Но когда прочитаю, тогда буду знать, кто именно. Но вот православные это знают. И вы даже будете читать, искать в книгах и не найдете. Если вы кого-то назовете, я спрошу вас, откуда вы узнали, какой источник? И второй вопрос. И как этот человек, кого вы назовете, понимал так, как вы понимаете, или так, как мы понимаем, православное? Откройте Ефесянам 4.11. Ефесянам 4.11. Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолов, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Так, вы в это верите? Ну да. Смотрите, как можно поставил верить? Одних апостолов. Я вас спрашиваю, вы апостолов можете перечислить? Апостолов? Да. Конечно. Хорошо. Запятая. Других пророками, кого вы назовете? Пророков было множество в Ветхом Завете. Назвать его пророков, что написано ли? После запятая. По одних пророков, от апостолами. За апостолами пророки, они в Ветхом Завете-то. Вы видите, запятая стоит. За апостолами идут пророки. Ну, честно сказать, что после апостолов, после апостолов, вот если брать, например, период после смерти апостолов, и там период, например, до 19 века. Нет, апостолов, апостолов что-то не было. Иван, не надо. Пророков не было. Вы умеете остановиться, потому что вы в пустоту говорите. Он не сказал, что поставит, но поставил в прошедшем времени. Уже поставил. Нам не надо 19 век. Это речь идет об апостольских временах. Он поставил апостолами, запятая, других пророками. Не можете назвать. Теперь иных евангелистами. Кто евангелисты? Ну, евангелисты это были ученики апостолов. Нет, а как их имена? Можно назвать евангелистов? Евангелистов? Да. К сожалению, пока не могу назвать. А я вам назову, запишите. Кто это был? Давайте, Матфей. Угу. Евангелие от Матфея. Это евангелист Матфей. Марк. Угу. Марк. Евангелист Марк. Угу. Лука и Иоанн. Угу. Ну вот он поставил. А нам что, они не нужны? Нужно все, что исходит от священных писаний. Да, заметьте, он поставил. А мы их не признаем, если тогда что у нас будет? И учителями, я спрашиваю, кого учителями он поставил? Учителями он поставил людей, что, те, которые жили, учились от апостолов. Нет, учитель. Мне имена нужны. Я спрашиваю, вы больше не повторяйте так. Или знаете, или не знаете. Не знаете, значит, это признание в незнании открывает путь к знанию. Такое есть, такое выражение. Учителя, определенные учителя в церкви. Я вам по именам буду называть. И я их назову вам не одного, а не двух, а намного больше. И в каждом веке. Прямо сейчас буду открывать и называть. Но скажите, какие учителя были? Кого он поставил учителями? Да, напомните мне. Да. Ну, давайте кто? Я вас спрашиваю. Я хочу, чтобы вы мне напомнили. Да как напоминать, если вы не знаете? Уж не напомнили, а просто открыть надо. Напоминать это означает, когда человек забывает. А вы... Не, Новый Завет первый раз я прочитал в 14 лет просто. Уже прошло 10 лет. Я, то есть, досконально... Я его буду читать, когда закончу Ветхий Завет. А сейчас пока я еще до него не дошел. Ну хорошо, тогда запишите 1 Коринфянам 12.28. Вы записали к Ефесянам 4.11? Вы впереди прошли. Вы записали, пометили себе? Да, Ефесянам. Ефесянам 4.11. Теперь 1 Коринфянам 12.28. Откройте. Так, Коринфянам 12.28. 1 Коринфянам. 12 глава, 28 стих. Пожалуйста.
Коринфянам 12:28. Так, и ныне Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее. Все. Давайте посмотрим по порядку сейчас. И Бог поставил, слово «поставил», они говорят «поставит». Поставит это в будущем, но поставил в церкви, с большой буквы «церкви», не в церквах. Слово «деноминации», «конфессии» этого нет, это выдумал сатана все слова, подмена. Что поставил? Во-первых, апостолами, ну с этим вы согласились. А во-вторых, пророками точно так же говорит, как Ефесянам. Пророком. Хорошо, кто были пророки? Ну, сначала мы узнаем, что есть. Я вам буду называть их. В-третьих, учителями. Вы не знаете ни пророков, ни учителей. Почему? Но он поставил. Как мы можем говорить, что я в церкви нахожу? Написано, поставил в церкви. Если у тебя нет, во-вторых, в-третьих, ты не в церкви находишься. В церкви это есть пророки, учителя, которые учителя разъясняют нам, что сказали евангелисты и апостолы. Если вы понимаете не так, как понимала церковь первые даже три века, вы никакого отношения не имеете к церкви. Он обещал во все дни быть церковью. Если там не было Христа, то его не было. Это обманщик был. Обманщик. Это его правильно римляне распяли, евреи. Но это был Христос Бог. И он говорил слова, он говорит, я есть путь истины и жизнь. Слова его неизменные. Если не было хоть один день Христа с церковью, то он неправду сказал во все дни до скончания века. Он во Почему? Все дни. Вот вы сказали по поводу пророков, затронули вопрос. Вы согласны с тем, что последним пророком был Малахия? В Ветхом Завете. Да. Да. Последняя книга Малахии. Но, да. А кто был после него пророками? Пророки, которые были после этого, в Новом Завете открылось. Это уже в Новом Завете апостол Павел говорит. Книга, Библия заканчивается пророком Малахии. Это 400 лет. Вы скажите, у вас в Библии сколько книг? 66. Вот, а Библия всегда была 77. Куда вы 11 дели? Это апокрифы какие-то? Это или не апокрифы. Церковь никогда апокрифы не считала книгами. Свои. Хорошо, а те еще есть книги, помимо известных Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, Малахии, значит, и других книг. Какие еще известны книги, которые... Премудрость Соломона. Пишите. Значит, сейчас Премудрость Соломона, да? Да. Иисуса Сирахова. Иисуса Сирахова, да? Плач Иеремии. Ну, это есть Плач Иеремии в Библии. Вот мы записали Плач Иеремии. Варуха. Варух. Признаете? Варух. Да. Варуха не помню. Ну, давайте, пишите. Дальше кто? Получается три. Первая, вторая, третья Маковейские. Три книги. Маковейская, да? Маковейские. Три книги. Первая книга Маковейская, вторая Маковейская, третья Маковейская. Угу. Это история, войны ее. Так, уже шесть книг. Так, дальше. Вы почему Варуха это написали? Я написал «Премудрость Соломона, Иисуса Сираха». Так, Варуха написали? Да, Варух, первая, вторая, третья Маковейские. Да, вторая и третья Ездры. Так, вторая, третья Ездры. Да. Варуха написали, Варух? Да. И Иудиф. Иудиф? Да. Иудиф. Угу. Премудрость Соломона вы написали, а послание Иеремии? А послание Иеремии, оно есть и так в Библии. Нет, нету. Там книга пророка Иеремии, а это послание в одной главе. А, послание? Не да. Плачь, понял, послание. Обвинение об идолах. Книга Тавита. Нет. Какая еще? Тавит. Товит. Товит? Да, Товит. Угу. Вот, пожалуйста, 11 книг, которых 10, у вас нету. 10, 11. Значит, так, послание Иеремии. У меня есть Иеремия, есть Плач Иеремия. А есть еще послание Иеремии? Есть еще послание Иеремии. Плач это каноническая книга? Да, у меня такой вопрос. Почему да в каноническую книгу не были включены вот эти книги? Вот, а апокриф это послание Иуды.
Евангелие от евреев, вот это вот апокрифы. Евангелие. Хорошо, почему не были эти книги включены, которые вы сейчас перечислили? Они всегда были включены. 2000 лет. Ни католики, ни православные, ни григориано-армяне, ни копты, ни сирийцы, то, что относится к церкви, никогда не издавали 66, только 77. Ни одного издания. Хорошо. Почему в канонической Библии, которая у меня дома, почему в канонической только 66, а этих нету? Так ее издали-то сектанты. Как там написано, что Библия каноническая, Библия синодального перевода? Канонические книги, они просто выкинули их. Так эти же книги продаются в православных церквях. На 66 книг? Да, 66 книг. Никогда, нигде. Это запрет. На это. Вы просто не знаете, я вам подсказываю, больше никогда не говорите. Никогда и ни одного экземпляра православная церковь не издавала на 66 книг. Это не полная Библия. Они полные, написано не прибавь и не убавь. А это убавили не одно слово, а 11 книг. И что интересно, 77, все знают цифра 7, божественная полнота. А 6 говорит 66, подогнали под 66. Вот что самое интересное, даже уже как-то настораживает. То есть это все книги, которые вы сейчас назвали, это все, эти книги должны быть в Ветхом Завете, да? Да, они все есть. Вот передо мной она, эта книга. Они изданы, брюссельская издание. А покажите мне. Повторите. Можете показать мне эту книгу? Ну, конечно. Дай-ка большая, вон она у тебя лежит. Я сейчас у нее покажу. Вот это, да? Я не знаю, вам будет видно, нет? Подождите. Да, видно, Библия. Подождите, сейчас я маленько здесь увеличу, чтобы мне самому mm-hmm. было видно как. Mm-hmm. Библия, да? Вам видно это? Да, видно. Видно. Вот я открываю ее сейчас, mm-hmm. смотрите. Подождите. Так, Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Так, подожди-ка. Это каноническая, ты взял-то ее? Вот, подожди минутку. Это издание не православное. Ну да. Дай-ка полную Библию. А в Библии такие, такие есть. Давай, достань. Вот она. Так, да? Да, вот вам угу. видно, нет? Видно, да. Теперь я открываю ее. Библия или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Теперь я открываю. По благословению посмотрите сейчас, минутку. По благословению блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского, всея Украины, священная Дрида Успенской Святой Киево-Печерской Лавры. Вот это Ветхий Завет, первая книга. Сейчас мы открываем ее. Вот смотрите, я показываю оглавление. Угу. Подождите, чтобы видно было. Так, Пятикнижие, Бытие, Исход Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судей, Руф, 1, 2, 3, Царств, 4, Царств, Так, Ездры, так, минуту Ездры, Тавита, Иудифи, угу. И послание Иеремии, Варуха, угу. Да-да-да. Прочитали, нет? Так, так, книга Ездры, угу. Указатель Ветхозаветного, так, приложение, указатель Ветхозаветного. Вот это уже другое. Вот 77 книг. Mm-hmm. Это у нас Библия тут есть, изданная не у нас. Библию издают пятидесятники, адвентисты, православные, но издают 66 книг, все до единого. Mm-hmm. А вы не спрашивали, почему они эти книги не включают? Спрашивал. И что они сказали? Ничего они не могут отвечать. То начинают апокрифами называть, а то уже до нас издано было так, нам этого хватает. То есть всякое разное говорят. Их совершенно не интересует, как это было в церкви. А этими книгами... католическая церковь признает эти книги? Так, католическая. Так, это нехорошо. Я полпредложения вам не ответил, а вы меня перебиваете. Значит, а самые великие учителя церкви этими книгами пользовались и говорили проповеди, такие как Иоанн Златоуст. Слышали такого?
Конечно. Это самый знаменитый, самый плодовитый отец. Ну, он в 506 году умер только. Вот. Угу. А католическая, да. Католическая церковь признает эти книги? Ну, одинаково. Вы можете взять брюссельское издание, и угу. вы увидите, что все до одной книги там есть. У Григана Ромян также. Еще Лютер издавал с этими книгами. То есть 77 книг издавал, да? 77. 77. По-другому никак. Потому что притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих говорит, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Всякое слово Господа чисто. Этими книгами пользовались святые отцы. Я вам их называю первый, второй, третий по векам. Вы хотите это знать? Немножко. Хотя бы один раз услышать. По векам именно то, что святые, когда святые отцы пользовались этими книгами? Нет. Какие люди в первом, втором, третьем веке были? Когда вам коснется где-то разговаривать, чтобы вы узнали, что вы имели эту возможность узнать. Вот. Кстати, можно у вас... Алло, да-да. Вы меня слышите? Я слышу вас. Да, можно такой вопрос задать по поводу... святых отцов. Вот я знаю, что в православной, в католической церкви, кого называют святыми отцами, значит, молятся, поклоняются иконам с их изображением. Но ведь Соломон же сказал, что не делайте себе изображение того, что наверху, внизу, и не поклоняйтесь им. Все одинаковые они. Вот так. Вот смотрите. Первый век. Кто так понимал? Я вам просто прочитаю, уже записывать вы не успеете. Я сейчас назову сколько. Так, подожди, это первый век. Вот. Ну, черт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, это первый век. Первый век, так, который двадцать. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, подождите, один раз узнать, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 80, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Так вот, 75 биографий с первого века. Я их могу вам прочитать все до одной. Я их насчитывал, издавал. И в интернете, если вы зайдете в сайт Игнатия Лапкина, то там увидите звук, написано звук и видео. И там все эти жития моим голосом насчитано. 1173. Запишите на всякий случай себе. У меня 1173 биографии, у вас ни одной. Ну, кому кто поверит-то? Биографии, да? Биографии, то есть жития называется. Жития. Самыми, что говорили, подробности все. Как они поступали, как умирали, какие молитвы были. Ну, как можно все это отвергнуть? Такое наследие церкви, говорит, а я церковь. Ну, какой ты церковь? Самозванец просто. Достойный смерти. А сектанты все попадают, знаете куда? Напишите себе отдельно. Числа, 16 глава. Числа. 16 глава. Дафана, Верон и Корей. Это люди были отличные, они решили показать, какие они крутые. Этот Моисей нам не нужен. И он сказал, завтра узнаете, кто Богу нужен. Если умрете обычной смертью, значит ничего и доказывать не надо. Но если необычной... И вот я в университетах вел занятия, а студенты, они маленько что-то знают. Я расчерчиваю доску пополам и показываю. На одной стороне, ну, половинку пишу преступление, на другой наказание. И вот пишу наказание 10-15 суток. За что? Ну, понятно, заматерился там где-то или еще что-то. Теперь 5 лет, но тут уже посерьезнее. 15 лет, я пишу только, а они должны назвать мне преступление. Тут и юридический факультет. Я говорю, смертная казнь. О, это уже там малолетние, изнасилование, маньяк и прочее. Ну все, дальше можно наказание писать? Нет, говорит, смерть это конечная. Я говорю, не конечная. Есть еще одно наказание. Живьем в ад. Живьем. Не умерли и живьем в ад. Они согрешили, но с ними вместе должны погибнуть жены, дети, скотина, шатры, дома, кухни. Все должно погибнуть.
Да короче, такое бывает. Бывает, 16 глава. За что? За отделение церкви. Сектанты, вы все повинны вот этому наказанию будете. Это самое страшное наказание за то, что человек отошел от церкви. Свою какую-то там на одной доске думает море переплывать. Церковь – это корабль. То есть будут, по вашему мнению, наказаны и католики, и протестанты, и баптисты, и пятидесятники, все, да? Одинаково все. Это те, которые восстали против церковного начальства. Это не мое наказание. Вы себе черкните, почему я это говорю. Первое тем Коринфянам, первое, около чисел напишите рядом. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. Откройте 10 глава, 6 стих. И вот я вам назвал первый век сколько, во втором веке больше, в третьем еще больше, а в четвертом веке житей святых будет 500. Почти 500. А у вас ни одного нет, ну кто кому поверит-то? 1 Коринфянам, 10 глава, 6, да? Да, 10 глава, 6 стих, 1 Коринфянам. Десятая глава, 6-11, да? Да. Так, 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. Но брат с братом судится и при том... 10 глава, 6 стих. Вы неправильно считаете. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава, 6 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, ага. Так, 6 стих. Так. А это были указы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть впереди он перечисляет все нарушения, какие люди делали. Безобразничали, отступали от церкви, секты образовывали, вот я показал где. И он о них говорит теперь, когда подводит ото, говорит, ну а это были образы для нас. Для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они. Зачем нам туда лезть-то? И 11 стих прочитайте. Дальше. 11 стих. 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Понимаете, это не просто Дафана, Верона и Корей провалились, и жена Лотова обернулась. Господь говорит, вспоминайте жену Лотову. И здесь это были образы для нас, что мы достигли последних веков, чтобы мы такими не были. Вы вообще это не берете. Вообще, как будто этого ничего не было. Скажите, вы согласны с тем, что после смерти апостолов ученики, которые были, христиане, ранние христиане, так сказать, они стали добавлять что-то в свое учение апостолов, учение Христова, что-то свое привносить, добавлять человеческое. Вы с этим согласны? Вы конкретно покажите. Они стали говорить. Теперь покажите, кто и что добавил. Я же вам задал сначала вопрос. Если этого нет, значит, это ложное обвинение. Например, во времена Христа и апостолов же не было такого, что надо поклоняться иконам. Ведь в законе Моисеевом было сказано, что не делайте изображения вверху и внизу. Так, давайте, то есть, напишите. Это... Хорошо, согласен. Давайте об иконах поговорим. Я вижу, вас интересует. Сектантов легко определить. Они иконы считают идолами. Тысячелетнее царство будет на земле. Вот, а потом там церковь отдельно воскреснут праведники. Их легко определить. Вот теперь смотрите. Вы говорите, не делай изображение. Считайте, где это написано? Это в законе Моисеевом. Я сейчас скажу. Это в Левите говорится. Или сейчас скажу. Где это написано? Вы можете прочитать? Да, сейчас. Это говорится. Так. Сейчас. Это не делай. Угу. Это исход 20 глава. О, видите, вы хорошо знаете. Вот исход 20 глава и 4 стих. Не делай всех кумиров и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Снова, давайте четвертый. Медленно прочитайте. Четвертый. Не делайте себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле. Внизу и что ниже земли. Вот, у вас ручка есть, вы только записывайте это. Угу. Вы верите, что вот эта книга Исход, вся она от Бога?
Конечно, все от Бога. Все священные писания от Бога. Все. Начиная от Бытия, хорошо, заканчивая Откровением. Хорошо. Ну, если я 20 главу буду исполнять, а 25 буду вычеркивать, то это правильно будет, нет? Нет, неправильно. Неправильно. Теперь давайте. Не делай себе кумира, никакого изображения. Слово изображение по-гречески «экон». То есть не делай себе никакой иконы, да? Это икон написано в греческом. Что на небе вверху? То есть нельзя делать то, что на небе вверху. Запишите. На небе вверху, двоеточие. О чем речь идет? Что на небе вверху? На небе вверху Господь и его воинство. Господь и его воинство. Давайте, что за воинство? Господь ангелы. А воинство что? Ангелы. Еще? Ангелы, духи. Нет. Души. Ангелы, запятая. Еще кто? Души. Нет. Душ там не было никаких. Ангелы. И, ну, и знаете еще, что апостол Павел об этом говорит хорошо? Кто еще? Ну, если не знаете, я вам перечислять буду. Запишите. Херувимы. Те, что были на храмах Соломоновых, да? Нет. Херувимы на небе. И мы про храм не будем говорить. Херувимы. Не того, что на небе. То есть запрет делать того, что на небе. Бог, его не надо изображение делать. Ангелов нельзя делать. Херувимов нельзя. Серафимов нельзя. Серафимы. И вы слышали такое? Да. Ну, Серафим. Исаия, 6 глава. Это, ну, Исаия, это конечно. Это написано. Вот. На небе еще что пишите? Луна, звезды, солнце. Так. На земле не делай того, что внизу на земле. Что на земле мы видим? Люди. Ну что, люди, букашки. Запишите, люди. Звери. Звери. Скот. 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 Деревья. Растения. Цветы. Ну, цветы. Ну, на земле что еще там? Ну, комары, гады, там это уж не будем говорить. Просто долгое время. Так, теперь вы поняли, что делать этого нельзя. Ну, а что ниже земли в воде, это там рыбы, черепахи и прочее. Давайте открываем дальше. 25 главу. Открывайте. Открыл? Открыли. Прекрасно. Вот. Теперь мы прочитаем, что нужно было сделать. 17 глава. Стих. Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1,5 локтя. Так, все, остановитесь. То, что мы прочитали, что на небе вверху, это делать нельзя. Вы 20 главу хорошо знаете, это приятно слышать даже. Вы верите, что в 20 главе правильно написано? Конечно. Теперь 20... читайте 18 стих. 18 стих, 25 или 20? Да, да. И сделай из золота двух херувимов, что чеканной давайте работы. Давайте остановимся. В 20 главе говорит, не делай херувимов, а в 25 сделай. Что, Бог забыл, что сказал? Нет. Ну а почему так? Такое противоречие. Почему вы не... То есть, притом сектанты, вот я даже, ну я, допустим, беседую, большие собрания, ни один ни разу не показал на это место. Никак. То есть, это... Каких именно собрания? Каких именно собрания? Ну, какие собрания? Пятидесятнические, адвентистские, баптистские, отделенные. Какие есть? Какие у нас тут есть секты-то? Я почти во всех бывал, разговаривал. Нет, никто не считает. Мормоны, про этих и говорить даже не стоит. Это вообще не знает ничего. Теперь смотрите. Сделай из золота двух херувимов. Зачем это сделай, когда там написано не сделай? Вы знаете, я думаю, здесь же говорится, что не делай себе кумиров и никакого изображения того, что на небе внизу и на земле... Нет, на небе вверху, не внизу. На небе вверху и на земле внизу. Я, знаете, думаю, что... Я думаю, что это имеется в виду изображение, то есть рисовать это. Но если сделать, например, как изваяние, но не как культ поклонения, а изваяние как, например, знак того, что здесь присутствует Дух Господень. Давайте еще раз прочитаем. Вот поклонение, прочие слова здесь нету. Я попрошу, не добавляйте. Давайте коротко по Писанию. Там написано «сделай». А не сделай, а тут говорится сделай. Слово сделай, больше ничего тут нету. Ни о каком поклонении нету. Зачем там говорит не сделай, а тут сделай? Как совместить эти места?
там говорит, не сделай, тут сделай. Да-да. А может быть, подождите, может быть, имеется в виду, не сделай изображение, то есть не нарисуй, то есть вот, например, ну, картину. Не знаете. Давайте дальше. Открывайте третью книгу царств. Третья книга царств. Да. Очень, кстати, хорошая книга. Да, третья книга царств. Вот. Третья книга царств. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Так, третья книга царств. Третья книга царств. Сейчас мы начнем по двум главам. Тут же много глав. Вот так. Третья книга царств. Сейчас, минуточку. Быстрее найду. Вот теперь мы увидим, что Херувим, Бытие 3.24, это личность, это не просто так. Херувим. Бытие 3.24. Бытие 3.24. Вот. Теперь мы смотрим. Херувимы упоминаются не один раз и не два раза, а 69 раз упоминаются. Теперь третья книга царств. Шестая глава. Так, третья книга царств, шестая глава. Да, шестая глава. 23 стих. 23 стих. Да, читайте. И сделал в двери двух. Нет, не в двери. В довере. И сделал в довере двух херувимов из масленичного дерева вышиной в 10 локтей. Вот это да. Сделал, Соломон сделал. Ну и читайте дальше, давайте. Давайте, прочитаем дальше. Что он сделал, Мусульман? Читайте следующий стих. Одно крыло херувима было 5 локтей, и другое крыло херувима 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. Ну, и далее. 10 локтей были, 10 локтей был и другой херувим. Одинаковые меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувима среди внутренней части храма. Крылья же херувима были распростерты и касались крыло одного одной стены, да. А крыло другого херувима касались другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились, крыло с крылом. И обложил он херувима золотом. И как это понимать? Это были статуи херувимов. Ну так запрещено, что на небе делать-то. Статуи или кто там, вот там, делай. Он именно не рисует, а делает. Не надо тут слова добавлять. Там написано, не сделай того, что на небе. На небе херувимы, вы согласились. А тут делает, и Соломон делает. Он делал, Соломон как? Ему кто этот проект давал? Господь. Господь. Назад не отступайте, чтобы нам ни на одном месте не топтаться. Значит, что видел и Соломону было этому, Моисею сказано, сделай все, как ты видел. Тебе показано было на горе. Показан проект небесный. Теперь смотрите, да. Что на земле? Ну, про херувимов мы договорились, потом вернемся назад. Теперь мы посмотрим, третья книга царств, уже седьмая глава. 23 стих. Третья книга царств, седьмая глава. Третья царств, это же самая книга, седьмая глава. И сделал ли то из меди моря от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиной в 5 локтей и снурок в 10 локтей. Обнимал его кругом. Ну понятно. Как сделано? Что на земле внизу? Море. Делать нельзя. А он его сделал. Пишите, что Соломон что сделал? Что на земле внизу? Двоеточие. Написано, ничего не делай. А он сделал где? В самом святом месте. Так, 24 стих. Потом что он делает? Подобие огурцов под крыльями. Вот, краями его окружали его по 10 на локоть. Так, окружали. Дальше 25 стих. То есть напишите, огурцы... Оно стояло на 12 Иван, напишите, было, да. напишите, на земле, где не делать, двоеточие. Он делает море, дальше огурцы, и дальше 25 стих, море. На чем стояло? Оно стояло на 12 валах. Стоп. Так нельзя же делать. Мы говорили, скот, это скот.
Зачем же он это делает? Знаете, как было? Это был как знак того, что здесь приносится всесожжение Господу. Нет, 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 подождите. Я не об этом говорю. Там запрещено. Вы прочитали 20 главу Исход. Вы ее наизусть знаете. Mm-hmm. Ну там же говорится, не сделай, что на земле. Не сделай. Он делает это. И мы увидим, что поклоняется перед этим. Вот в чем дело-то еще. Дальше. Три к западу, три к востоку. Какое толщиной было. Это все он делает. Мало того, он еще и львов сделал. А львы вообще нечистые животные. Зачем он это делал? Ну вот ваше мнение какое, зачем? Но я вас спрашиваю. Вы, я же не сказал, что неправильно Моисей получил указание. Но я никогда и не говорю, что икона это идол. Это вам нужно доказывать, а мне зачем доказывать? Я в это верю, что это не идол. Он даже почему? Сделал. А теперь, ну ладно, Соломон сделал, самовольничал, так скажем. Ему повеление нигде не видно. Но Бог принял это или не принял? Вот, допустим, 42 стих. Считайте. Так, 42. Да. И 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых. Значит, яблоки. Это на земле не сделай того, мы прочитали. Это не один, не два, а 400. Ну это куда годится-то? Ну, конечно, Господь принял. Если этот храм был, существовал долго времени, и Господь ничего не говорил, наоборот, Он говорил, что это мое пристанище. Знаете, что написано еще? Написано, когда Моисей, этот, Соломон, вопиял к Богу, кто придет, и иностранец здесь, и иноплеменник, то ты его услышишь. И Бог сошел. И слава несравненного Бога наполнила храм, и священники не смогли стоять, пришлось всем выйти. То есть Бог принял. Скажите, а Христос приходил в храм? Да. А приходил. Как этот храм? Этот храм кто строил? Этот храм уже был другой храм. А какой? А этот куда делся хороший храм? Разрушен язычниками был. Какими? Вавилонянами. А кто конкретный царь, знаете? Кто царь был конкретный? Да, кто разрушал? Не помню, Навуходоносор вроде бы. Да, именно так. А Христос в какой храм пришел? Христос пришел в храм, который уже был построен после возвращения Иуды. Понятно, кто его построил? Кто был архитектором? Кто получил повеление? Кто план дал? Ну как, тоже Господь, кто мог дать? Ну кому план? Дал, кому? Какому царю дал тогда? А здесь? Надо вспомнить. Если слышали когда-то, вспомните. Если не слышали, время не теряйте. Скажите, не знаете, я сразу покажу. Не помню, честно. Иезекииля. 41 глава. Открывайте. Угу. В 17 стих. Иезекииля 41:17. Угу. Читайте. Иезекииля 41:17. Запишите себе обязательно. Запишите, пожалуйста, угу. Иван. Это вот это место, Иезекииля, прямо окружите так, чтобы обратили особое внимание. Потому что за этим последует откровение. Да, от верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были дальше что? Кто? Какие? Херувимы и пальмы. Пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. И дальше? С одной стороны пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. Так, заметьте, 20 стих. От пола до верха дверей сделаны бы херувимы пальмы, лица человеческие. Вы понимаете, что это проект, данный Богом, впереди написано. Видел я верх дома. Так, а мы 20 главе Исход читали. Не делай, не делай, не делай. Почему вы эти места не читаете дальше? Сделай. Теперь, этот храм назывался Зарававелев. Запишите. Угу. Главный архитектор. Зарававель. И второй у него помощник был Иисус, сын Исидеков. Угу. Сын Исидеков. Это книга пророка Агея. Запишите, где это читать нужно. Агей. Пророк Агея. Угу. Вот теперь мы уже увидели. А Господь Христос пришел, этот дом признал своим или нет? Или это было капище идольское с изображениями?
Он изгнал оттуда торговцев. И сказал? Да, что... То есть он признал этот храм. Он говорит, но... дом мой, дома молитвенно речется. А вы сделали его таким, вы. Этот дом он принял. Теперь, это было только в Ветхом Завете, а в Новый Завет переходит изображение или нет? Новый Завет? Ну да. Ну как же, если храм был, то, конечно. Но в Новом-то Завете говорят, это храм-то было... Храм-то был уничтожен только во время Иудейской войны. Правильно. А до Иудейской войны церковь была уже? Еще 40... До Иудейской войны, но в части апостола... 40 лет еще надо после смерти Христа. Mm-hmm. Еще 40 лет натянуть надо было. Так вот, смотрите. Христос говорит, дом мой, дом молитвы наречется, мой дом. Теперь мы считаем, Деяния апостолов, 20 глава, Дух Святой сошел. Правильно? Mm-hmm, да. А в 3 главе написано, в этот храм, уже после сошествия Духа Святого, Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. Они куда шли, в храм или в капище? Храм. Храм. Вот и вопрос. А теперь подумайте, что делают сектанты, когда иконы называют идолами? Когда иконы должны быть, прямое указание, и перед ковчегом Моисей простирался, а над ковчегом-то стоял, тут что спрашивать, ковчегу поклонялся перед ними? И тут херувимы были. Вы даже в этом малом посмотрите. Ну какое, да, были херувимы. Какое скудоумие у сектантов. Они у себя молитвенные дома строят в виде склепа могильного. Ничего там нету. А теперь вы можете спросить, а почему... я просто подсказываю вам вопросы, какие надо задавать. А почему не сказано было сделать изображение святых людей? Да потому что на небе их не было. До Христа никто не заходил. А так как имена, книга жизни, говорит, ты записан в книгу жизни, это 32 глава Исход. Моисей говорит, если ты, Господи, не простишь их, меня изгладь из книги жизни. Вы в это верите? Верю. Книга жизни на небе. Значит, имена на небе, и поэтому они, эти имена, были на двух раменах у Аарона. На рамнях были два камня, высечены 12 имен Израилевых, 12 колен. А если имена на небе, то... Так жертвенники же тоже делали. Нет, я... Извините, сейчас ко мне звонят. Я прошу прощения, одну минуту. Деяния 2 глава, вы сказали 20. Нет, я не про главу, 2, да. Дух Святой сошел. Извините, меня сейчас просто... По делу хотят. Я коротко вам так говорю. Я покажу смысл, в чем заключается-то. Что если Христос принял это все, то мы-то где-то оказываемся, если иконы будем называть идолом. Там написано «сделай изображение». Слово «изображение» — икон по-гречески. У нас с греческого языка новый завод переведен. Речь идет прямо об иконах. Вот теперь и думайте сами, на что похожи эти собрания, на что похоже само устройство. В церкви православной у католиков изображение и статуи, и крест изображен. Даже в самом малом видно, что самовластвовать не надо. Надо быть спокойным, тихо принять. Крест все-таки это символ смерти Христа. Крест символ смерти. Только всего... Ведь на нем его распяли же, Христа. Ну, на кресте. А на сатана кресте, чем разбит? М? Сатана чем разбит? Сатана. И Господь сказал еще в раю, говорит, и семя жены будет поражать его в голову. Вы только говорите, что помните это? Помню. Помните. А чем он его поражает? Семя жены. Какое семя жены? Какое? Семя жены, это вы Иисус, именно... Господь, Иисус Христос. И он поразил. А где его поразил? На Голгофе. На Голгофе. А где это известно? Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. Запишите. И прочитайте. К евреям 2.14. Читайте. Послание к евреям. Да, 2.14. Мы посмотрим крест. Можно ли ему поклоняться? Сейчас, одну минуту. Алло, Андрей Николаевич, подождите, я перезвоню вам. Сейчас, я вам перезвоню через 5 минут, подождите. Сегодня. Считайте. Евреям 2.14.
Вы видите, много вопросов задаете, их нужно хоть маленько вам дать понять. Евреям 2.14. Да. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола. То есть Христос где был? Смерть, Христос вкусил смерть. Где? На кресте. На кресте. Сатана чем разбитый? Ну, написано, смертью лишил, смертью смерть попрал. То есть так, получается. Это оружие. И когда Голиафа победил, Давид, то меч Голиафа он взял, где этот меч у него был? У Голиафа был меч, у него в этом, как сказать. Куда потом-то? Давид его взял, этим мечом отсек ему голову, у него уже не было меча своего. И куда этот меч потом пошел? У него был меч, как это назвать, такие раньше были. Ну, куда мечи клали? Ножны. Да. Нет, не ножны. В ефод. И он был у него, если бы, ну, сегодня сказать, там, где и ковчег хранился. Вот где он был. Потому там, где что стрижали, это напоминает о победе. Каждый раз, когда смотрел на этот меч. Мы видим, что меч дан один, крест. Крест – это лестница, через которую человек восходит на небо. И апостол Павел говорит, дабы познали, что означает высота. Да, меч там хранился, это было такое. Но мечу же не поклонялись. Вы слышали такое? Чтобы понять превосходящую всю любовь к Христову, что означает высота и глубина, широта и долгота. А вот теперь разберитесь, какая широта, долгота и где она? Где любовь Христа? Нет больше любви, как кто душу положит за друзей своих. Христос говорит, я не называю вас рабами, называю друзьями. Он положил за нас душу. Где? На кресте. Крест – это проявление высшей любви. Даже в коммунистическом обществе скорая помощь шла с крестом. У каждой медсестры крест. Это символ милосердия, любви. Как вы-то этого не знаете? Не полумесяц за нас умирал Христос. И поэтому крест всегда являлся символом, знамением, оружием на сатану. А вы обезоружены, у вас нет креста. А сегодня сектанты везде, на молитвенных домах, везде стали ставить кресты. А до этого не было. Наконец Бог достучался до них. Мы говорили... Какие церкви ставят кресты? А? Какие церкви ставят кресты? Я не говорю церковь, я говорю, даже сектанты стали, баптисты. У адвентистов... У них кресты? На молитвенных домах стали ставить кресты. У нас в Барнауле, я в Барнауле сейчас нахожусь, то у них стоял просто ломик какой-то там, наверху. Я говорю, а зачем это? А сейчас поставили крест, прямо крест. Кто? Адвентисты? Баптисты. Баптисты. Они называются евангельские христиан и баптисты. Всех Б. Вот что такое крест. И как ему не поклоняться, когда мы видим, что на нем распят Христос. Там мы получили спасение. Интересно было пообщаться. Уже 1 час 7 минут общаемся, но... И было бы интереснее, конечно, пообщаться, если бы общение было вживую. Вы в Петербурге давно не были? Да, давно не был. Но нынче наши были там, нынче. У нас не планируете? Миссия была на север. Не планируете в Петербург? Нет, пока никак. Никак. А вот то, что вот миссионерской деятельностью занимаетесь, я считаю, это хорошо. Потому что мое мнение такое, что все христиане, независимо от того, какой конфессии принадлежит, все христиане... Это просто обязанность их разносить людям Слово Божье, то есть Библию, учить людей священным писанием, потому что это завещал Иисус Христос и апостолы. Вы в Санкт-Петербурге живете? Да, миссионерская деятельность – это самая основная. В Центральной библиотеке, Национальная библиотека, все мои книги, 38 томов находятся. Так что можете пойти и спросить. Ну, было приятно поговорить. Надеюсь, еще созвонимся с вами, или, может быть, даже увидимся когда-нибудь. Да Бог его знает. Что... Да. Ну, только вы, я вам сразу скажу, Марония – это то другое, это антихрист настоящий, отойдите от этого. Большего заблуждения трудно найти. Зачем вам это? Как будто до него церкви не было. Церковь Христова, она одна. Одна. Никаких возникновений. Он врата ада не одолеет. А что такое врата ада? Врата ада – это сатана, секты, ереси, расколы, которые от церкви уводят. У меня уже идти надо, так что давайте потом позвоним с вами. Все с Богом. Храни Господь вас. До свидания.